Ебать, Скали Милана, это реально ты? Ебать, ты подкован реально в этой хуйне? Скали Милана, охуеть, это реально ты? Ваша меня заебала, не ври этим людям, я не пихал хуй в тебя. У меня кореш неделю был в КПЗ, вышел уже наколол купола. Дал поебалу типу, да он выжил, но похуй, он больше не может моргать. Помню, включал твои треки и даже куплеты у Арни попишет тебя. У меня девушка пролила мой кодеин, я попал пули ей прямо в ногу. Я ебанутый, открыл аварийный ход в аэрофлоте во время полета. И мои братики рядом, даже когда я ебал тёлку, я включил майота. Да, я хороший парень, на самом деле это мой калашников полный уёбок. Чувствую пиздёж. Бро, я не зожник, я этому противоположен. Получается, я жёст. Я врубил твой новый трек, потому что мне так интересно, а чё ты там врёшь? Я не убил его только по одной причине. У него есть маленькая дочь. Оторвал у друга родинку, я хотел её скурить, думал, это гашиш. У меня мама была дома, я ебал тёлку и говорил ей быть потише. Хоть и будь 2 метра ростом, один хуй на этом пути, я тебя не увижу. У меня братик отъебал мою тёлку, а мне важней на него не обижен. Думаю, шары уже 2 дня подряд, я так и тупел, подарите мне книгу. Я попал пулю типу прямо в ногу, теперь он не ходит, как будто Рэмбиго. Я на компе получаю купюры, не хочу обидеть, друг, ты драгдилла. И моя тёлка мне говорит, у меня маленький хуй, она купила дилда. Хочешь меня поломать, у тебя больше шансов сломать бэдрок в Майнкрафте. Помню тот день, когда я в январе вкинул 9 таблеток, проснулся в марте. Очень люблю мою девушку, я воровал для неё кредитные карты. Помню, как у меня дома не было кровати, поэтому ебал её в парке. У меня братика приняли за незаконное хранение оружия, он ща купил лук. Я отвечаю, я скамил ногами бы, если бы у меня не было рук. Я не хотел убить его руками, поэтому кинул домой ему ртуть. Я накурил эту тёлку, она блеванула, она больше не хочет. И мой метод больше не работает, я буду банчить героином. Damn. Я был зол на это, но не извинюсь, я будто и наполовину. Damn.